Честно сказать, эта битва роботов вызвала у меня целых два противоречивых ощущения. С одной стороны, прикольно наблюдать, как твой робот в конвульсивном состоянии пытается урвать победу, а с другой же стороны, чтобы собрать очки рейтинга и получить максимальную награду, вам нужно просмотреть кучу рекламы. Снаряжаем засранца и в бой. Игра нам предлагает несколько вариантов фарма ящиков с наградой. Также за победу мы получаем трофеи, и чем дороже вход, тем выгоднее будет и больше трофеев можно будет собрать для рейтинга. Это как раз таки то, что нам нужно. Вначале, перед боем, мы должны как бы запрограммировать робота специальными ползунками, и после этого начнется битва. Робот будет повторять все те же движениями, которыми их обучить. Выглядят такие бои уморительно и смешно. Я сам поначалу выпадал со смеху от такой-то механики. И каждый новый раунд получалось сделать смешнее предыдущего. Но мы же хотим выйти в топчик, так что после каждого раунда придется смотреть рекламу. Конечно, можно и без этого подождать всего лишь там какой-то часик, но что это за игра, в которую играть только один раз в час по 2 минуты. Хотя это пока что бета-тест, и игра постоянно обновляется, так что можно еще и понадеяться на большее разнообразие контента и может даже прикольные режимы по типу прохождения или что-то типа того. Это я сейчас к тому, что на момент записи голоса вышло обновление в игре, и теперь не нужно смотреть так много рекламы, как раньше. Когда я записывал эти материалы, мне пришлось просмотреть аж более 50 реклам, чтобы выйти в топчик. Ну а теперь получить входные билетики можно всего за один алмазик, и никакой рекламы. Так что теперь я могу даже смело порекомендовать эту залипалку своим подписчикам. Та-дам! Вот и результаты моего задротства. Получаю 50 алмазов и 100 очков фэншуй. Неплохо так. По идее, круглая пила круче лазерной палочки. Но это не точно. Оу май, у меня теперь желтый пояс. Да я крут, друзья мои подписчики. Ёпрос, это я уже заикаться начал. Надо бы показать свой скилл, что ли. Научу-ка я вас крутой тактике. Называется она нижний флекс. Берем заниженный корпус тачки и вставляем клешни на задок. Берем бандуру, которая стреляет ядра, и все, готово. Смотрим. Гениально. В целом игруля норм, мамон одобряет. Ну а я пошел делать следующий видосик, друзья мои подписчики. Еще увидимся.